Говорите проще, говорите о добре, говорите о единстве всего сущего, об объединении, о сущности, о принципах духовности, о принципах единения. Этому больше придавайте значение. Не ставьте различий между различных религий. Найдите их сущность и попытайтесь объединить их. Попытайтесь других также объединить с собой внутренне. Я не говорю, что вы все будете похожими, но по сути основные принципы должны вести вас к одной великой цели, к единению. К единению, добру, к единству. Это и есть жизнь в Боге. Много различий происходит из-за того, что люди оказываются втянутыми в различные течения и говорят, что вот здесь главное, или там главное. Но это всего лишь часть пути. Поэтому не говорите, что часть является целым. Все меняется в жизни. Сегодня вы думаете так. Вы, конечно, не представляете, что завтра вы будете по-другому думать. Но попытайтесь просто наблюдать. Если вы будете ставить различия, вы никогда не сможете прийти к единению. Простота поможет вам объединиться. И отсутствие фанатизма, системы тоталитарной.